14-й смотр конкурс профессионального мастерства собрал в этом году на Берестейской земле самых опытных и подготовленных правоохранителей, представителей подразделений патрульно-постовой службы и ОМОНа. Традиционно организаторы подготовили для участников стартов большой комплекс испытаний, каждый из которых имеет свое служебное назначение. Все участники представляют разные регионы, а значит, имеют свой опыт работы. Соревновательный принцип, он для них очень важен, потому что они подчеркивают, ну, между собой общаясь, даже какие-то свои особенности, методы вырабатывают. И в каждом регионе это присутствует свой тот колорит, который они, общаясь друг с другом, их делятся своими, скажем, впечатлениями. Стрельба из табельного оружия – мера исключительная, а значит, обращаются к ней правоохранители только в крайних случаях. В этом и специфика упражнения – огневая подготовка. Важно уметь стрелять из любого положения и держать в руках оружие крепко и уверенно. В данном виде соревнований принимаю участие уже неоднократно, уже несколько лет. Данный вид соревнований помогает сотрудникам из других областей собраться, обсудить какие-либо моменты, также выявить лучших сотрудников, также молодым сотрудникам показать более высокие результаты, к чему стоит стремиться в данном виде дисциплинах. Таких дисциплин, как строевая подготовка, медицинская подготовка, на полосе препятствий, где необходима большая выносливость. Также немалую важную роль играет огневая подготовка, а также для милиционеров-водителей скоростное маневрирование автомобилей. Кроме стрельбы, правоохранителей ожидало большое количество испытаний, демонстрация навыков медицинской и строевой подготовки, виртуозное маневрирование автомобилем и даже прохождение полосы препятствий. Итоги состязаний подведут уже завтра.